состоялась фиксация BIP-91. Как сообщает Bitcoin Magazine, в четверг, 20 июля, официально состоялась фиксация предложения по улучшению биткоина BIP-91. Это произошло благодаря тому, что более 90% хешрейта сети сигнализировало в поддержку этого решения. Следующим шагом должна стать активация протокола SegWit, но пока нет никакой уверенности, что она состоится. Сейчас же криптосообщество достаточно позитивно реагирует на фиксацию BIP-91, и это подтверждается ростом цены на биткоин за последние дни. По данным CoinMarketCap, средневзвешенный курс биткоина на момент написания колеблется в районе $2700 за коин.